и ничего не изменить. Всего одно мгновение. Не изменить отчаяние, не переубедить. Желай, не желай, с тобою не быть. А сердце так тихо позвало. Я могла бы видеть и слышать, о счастье, тебя целый час. Оно звало. Только миг, то в одной, то в другой передаче телевизионной. Этот крик, не хочу, чтобы был криком. Эта боль перельется в стихи, как обычно, в стихи. Для чего они? Для души, для своей. А твоей не нужны? Расскажу, что стоят предо мною фиолетово-красные астры. Их любить, как другие цветы, очень просто. От того, что ответа не ждешь. А похож ли ты на цветок? Неожиданно и интересно. Какой? Нет, немыслимо. Это увертки, чтоб подольше побыть с тобой.